Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся. И постепенно теряем способность удивляться. Практически все. Кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю. Останься здесь, с ними. Ни за что. Откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю, но у меня хорошее предчувствие. Черт! Ты в порядке? Оступилась! Все нормально! Черт! Еще по чуть-чуть! Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! Я сейчас за тобой слезу! Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! Стой на месте! Туда. Не дурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну... Пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое захолустье. Надеюсь, троица нас не обогнала. Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Что думаешь? Мы близко, Иона.
Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Идем медленно. Держись рядом со мной. Беги! А, черт! Чудом спаслись. Слышишь? Да. А, я тебя вытащу. А, черт! Там! Вот там! Перекинь меня на другую сторону! Скорее! Ладно, была не была. Держу, веревка
Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости, прах. А душа? Переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина. Не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться. Но я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства. Ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной, я никогда себе этого не прощу. Пожалуйста, что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах, и решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка, Анна. Эй, мы в горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Ты кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты сейчас... Еще!
отступать поздно. Она должна быть здесь. В документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Икона. Очень искусная, с инкрустацией. Похоже, византийская. Может быть, 10 век. Соответствует легенде о пророке. Неужели добралась? Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Ее нигде не видно. Погиб, наверное. Ладно, пошли. Константин велел пробиться в гробницу до заката. Они ищут гробницу. Надо найти ее раньше них. Я подзабыла греческий, но он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я помечу места на карте. Yeah.
потайной вход. Потрясающе. Вот бы папа видел. Орден Троицы неумолимо преследовал пророка и его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Путь внутрь. Чтоб тебе. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Пророк,
Убит орденом Троицы. Сын мой, Орден Троицы получил весть о том, что последователи пророка воздвигают великую гробницу. Место ей в оазисе где-то недалеко от Берей. И что печалит больше всего, мы думали, что нечестивцы строят гробницу своему идолу. Но теперь Троица убеждена, что пророк жив. Все больше местных жителей стекается к нему, чтобы послушать лживые басни о том, как он преодолел смерть. Еретик и лжец, присваивающий себе чудеса, нисходящие единственно от Всевышнего. Ты клялся, что он мертв. Неужто ты подвел нас? Пробиваются внутрь. Thank you.
почти внутри. Милорд, то, что вы говорите, невозможно. Я своими руками вонзил копье в грудь пророка. Я видел, как он умер. Уверен, что его люди просто обредили в старые одежды нового шута. Они в бегах, сломлены. Никто им больше не верит. Мы отправимся на юг и предадим остатки нечестивцев мечу. Но пророк мертв, могу в этом поклясться. Еще один религиозный символ, только простой и самодельный. Похоже, за пророком следовали люди всех сословий и профессий.
Милорд, я выступил во главе небольшой армии верных людей, хорошо вооруженных и готовых ко всему. У меня хорошие новости. Мы нашли гробницу пророка. В пути на нас напали какие-то безумцы в одежде его почитателей, но мы легко их одолели. Одному мы позволили бежать. Следуя за ним, мы и нашли оазис. Кто бы ни рядился теперь в одежды пророка, он сам или самозванец, он найдет здесь свою смерть. Мы убьем всех и похороним их в этой гробнице. Милорд, последние из последователей пророка забаррикадировались в гробнице. Мы разбили у входа лагерь и готовимся к штурму. Перед тем, как они запечатали ворота, я видел человека, называющего себя пророком. Должен признать, сходство и впрямь поразительное. Но это невозможно. Впрочем, пустое. К рассвету все они будут мертвы. Ереси ненавистной Ордену Троицы будет положен конец.
прошла. Я упустила. Ставьте заряды. Саркофаг пророка. Наконец-то. А реликвия? Внутри. Даст Бог. Открывай. Осторожно. Это может быть крайне опасно. Кто такие? Ты же баба умная. Сама поди уже догадалась. Троица. Где реликвия? Я не понимаю, о чем вы говорите. Не шути со мной. Ты привела нас сюда. Слушайте, когда я пришла, там уже было пусто. Никакого тела и уж точно никакой реликвии. Лара! Мне столько нужно тебе рассказать, я не... Ты нашла гробницу пророка? Да, но за мной следили. Что? Кто? Они зовут себя Троицей. Пытались меня убить. Какого черта тут происходит? Ты меня пугаешь. В гробнице было пусто, но я думаю, они искали святой источник. Артефакт, который искал твой отец? Это не все. Я нашла в гробнице этот символ. Я его видела раньше, только не помнила где. Тут меня озарило. Я видела его тут, в папиной книге. Послушай,
Затерянный Китежград. Якобы он исчез где-то в Сибири в 12 веке. По легенде, накануне вторжения монгольских орд он опустился на дно озера. А при чем тут артефакт пророка? Тот же символ. Лара. Если святой источник находится в развалинах Китежа, то я должна отправиться туда. В Сибирь? Шутишь, что ли? Ты представь, если я действительно смогу раскрыть секрет бессмертия, это же революция. Болезни, страдания, смерть в прошлом. Ты вообще себя слышишь? Иона, мы столько вместе пережили. Ты же знаешь, что это может оказаться правдой. Да мне плевать! Я уже стольких потерял, не хочу и тебя тоже терять. Папа так и не догадался про Китиш. Он от всего отказался ради этого. И от тебя. Перестань себя винить в том, что случилось. Он сам так решил. Я не могу его подвести. Это все, что у меня осталось. Неправда! Остановись хоть на минуту, и, может быть, поймешь это. Нам делать? Я привела их к нему, Иона. Если святой источник существует, мы должны найти его первыми. Значит, себе. Моя миссия. Надо найти убежище.